Шикарный завтрак, шикарнейший. Это оладушки из моей любимой льняной муки, смешанной с пшеничной мукой. Вот, они не сладкие, я не очень люблю сладкое, поэтому на них можно что-нибудь намазать, какой-нибудь паштет или еще что-то. Но я не буду намазывать. У меня есть вот такой салат с морской капустой. Это потому что я что-то идиотка забыла купить овощи. Я почти не бываю дома, и поэтому нашла, что нашла. Зато у меня еще есть вот такая сосисочка, куриная, она халяльная, не знаю, что-то вдруг решила попробовать. А помидорки маринованные, это спасибо моим друзьям подкинули. Острые перчики из Сочи, до сих пор ем, привет, Сочи. Это маринованный сыр, брынза и фета. Я нашла приправу для салата, добавила масло и замариновала во всем вот этом сыр. Кофе. Запрещеночка, потому что что-то хочется сладенького сегодня с утра. Вот, пью из вот такой красивой чашечки, мне брат ее дарил. Вот, и что я буду читать? Разрываюсь я пока между... Точнее, я сейчас закончила читать нон-фикшн и одну такую легенькую книжечку, она у меня ушла за 3 дня, наверное. Вот, и я хочу начать Кронина читать. Листаю вот такой журнальчик «Птица и рыба». Там очень интересные штуки есть всякие. Что-то я увлеклась рыбой в последнее время. Вот, на работе работаю с рыбой. И вот у меня есть такая книжка «Макиавелли Государь». Я прочитала вступительную статью и пока вот разрываюсь перед тем, что начать. Возможно, буду читать параллельно. А, на улице вообще ужасная погода. Но это не мешает быть нам позитивными и веселыми. Нас бьют, а мы крепчаем и так далее. А вот, всем приятного аппетита и хорошего дня. Пока-пока.